Недавно компания Porsche представила рестайлинговый Cayenne, который, по словам производителя, получил самое значительное обновление с 2002 года. Такие изменения гарантируют, что он по-прежнему будет свежим при продаже вместе с четвертым поколением, которое, как известно, станет полностью электрическим в 2026 году. Внешне отличить новинку проще всего по передней части, где обновились почти все детали, включая бампер, головную оптику, капот и передние крылья. В профиль можно выделить новые колесные диски, а на корме больше всего бросается в глаза новый фонарь и ниша номерного знака, которая переехала с крышки багажника на бампер. В салоне перемен еще больше. Перед водителем теперь находится другой руль, изогнутая 12,6-дюймовая цифровая приборка, новый рычаг КПП и так далее. Также за доплату можно заказать третий дисплей для переднего пассажира. По технической части были пересмотрены все модификации, чтобы они стали экономичнее и динамичнее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!